Для нас основная цель – это качественное обслуживание многоквартирных домов для того, чтобы как минимум было меньше замечаний к тем компаниям либо к тем формам управления, которые существуют, и чтобы именно в конструктиве, а не в споре, решались те проблемы, которые возникают на том или ином многоквартирном доме. Поэтому вот основная цель, чтобы именно на это настраивать людей и никогда не занимать сторону либо физического лица, не занимать сторону управляющей компании или ТСЖ. Вот и мы, именно вот департамент жилищно-коммунального хозяйства, как представители органов власти и служба жилищного просвещения, она должна быть всегда в нейтралитете. Слушать и одну, и вторую сторону. Бородаенко Елена Борисовна. Вот на этом обучении мы увидели именно неравнодушное отношение департамента ЖКХ вот, к рядовым просто жителям. Да, вот. Есть много мифов ходит, да, мы, вот, наверное, многие из нас председатели совета дома, кто-то в совете дома, кто-то председатель ТСЖ, да, мы вот этот миф будем теперь через нас будем развивать этот миф, что департамент ЖКХ все-таки он очень хороший, он заботится. Будем вести работу с жителями. Программа у нас составлена таким образом, что мы просто по полочкам укладываем то, что они знают, и подкрепляем их нормативно-правовой базой. Вот это наша задача. И задача в том, чтобы они, когда у собственников, у председателя совета возникают вопросы с управляющей организацией, они знали, что есть такой правовой акт, как правило предоставления коммунальных услуг, содержание общего имущества, могли посмотреть и доказать правоту, отстоять себя в общении с управляющей. Мне не безразлична судьба собственного дома, потому что большинство жителей никак не влияет на ситуацию, не обращают внимания. И, как говорится, всех молодых и отправляют, что вы молодые, мозг свежий, и все получится у вас. И, скажем так, и вот эта школа, и сама по себе служба уже помогла в решении некоторых вопросов, как действовать и на управляющей компании, на ресурсоснабжающей организации. И я надеюсь, что будем в дальнейшем сотрудничать с ними и применять знания, которые были получены в этой школе непосредственно.